5 июля муниципальный совет Иерусалима одобрил план строительства 900 новых квартир для еврейских семей в районе Гило на западном берегу реки Иордан. Эти территории стали частью столицы Израиля в результате военных действий 1967 года. Гило – это не восток Иерусалима, это часть Иерусалима. Существует полная договоренность касательно всех израильских поселений, построенных после войны 1967 года. Мы называем это «зеленой линией», поскольку все эти поселения останутся частью Иерусалима. Всего на западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме живет около 500 тысяч евреев и 2,7 миллиона палестинцев. План строительства еще должен быть одобрен Министерством внутренних дел Израиля. Возведение домов, вероятнее всего, начнется в Гило через год или два. Палестинцы тем временем выражают недовольство строительством. Они говорят, что создание поселений между Восточным Иерусалимом и западным берегом реки Иордан лишает их возможности основать отдельное государство. Если расширение поселений продолжится, это разрушит возможность разрешения конфликта между двумя государствами. Переговорный процесс между Израилем и Палестиной при посредничестве США был заморожен в прошлом году.